Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов и сайт focus@moryka.ru. Сегодняшний наш выпуск уличной магии будет проходить в рамках проекта «Спарта». Сегодня снова я и мой коллега по цеху Вадим будем ходить по городскому парку культуры и отдыха и удивлять людей нашими любимыми фокусами. Итак, приступим! Кстати, скажу по секрету, сейчас вон там отдыхают мои друзья. Сейчас мы отправимся к ним, и они будут нашими первыми жертвами. Погнали. Давай. Все вы слышали про близнецов, верно? Да. Такая есть вообще, ну, известна такая вещь, что близнецы, они как бы друг друга чувствуют всегда на расстоянии, да? То есть один день в другом городе, первому стало хреново, да, он там чувствует, что ему брату стало плохо. Сухо, конечно. Та же самая фигня есть и в картах, короче. Сейчас я вам продемонстрирую. К примеру, вот это. Антохин близнец, к примеру, вот это будет Антохин близнец. Держи. Держи просто. Можешь посмотреть, в смысле, не запрещается. Женек, тебе вот так вот руку протяни. Я начинаю выкладывать. Вот так вот по одной карте тебе. В любой момент меня останови, просто скажи. Стоп. Понял. Стоп, стоп. Клади близнеца. Лицом вверх. Лицом вверх. Угу. Накрой. Антох то же самое. В любой момент останови. Стоп. Стоп. Переворачивай близнеца лицом вверх. Кладем. Ну что ж, теперь посмотрим, работает ли наша теория. Так, у тебя была четверка, верно? Да. Держи пока что вот эти две карты, просто держи. У тебя была семерка, верно, Женек? Угу. Где она у нас? У тебя была семерка, держи. Угу. Смотрим, что поймали наши карты. Близнецы находят друг друга, так всегда происходит. На колоде карт видно? Так. Я буду пролистывать, ты меня просто остановишь. Стоп. Здесь? Запомни карту. Чтобы всем было видно. Держи колоду. Я оторву небольшой уголок от этой карты. Возьми карту, теперь следи внимательно. Уголок исчез. Как ничего нет, смотри. Все это время у меня здесь лежал телефон. Yeah. Смотри, открываю медленно. Здесь оказывается уголок. Посмотри, подходит. Да, поможешь взять. Да, подходит. Подходит, это он. Короче, с ним не играем теперь все. Запомни всего одну карту. Смотри, я. Так, я знаю секреты этого фокуса. Знаешь? Молодец. Ты, наверное, смотришь наше шоу, да? Нет. В общем, этот фокус называется «Охотники». Для того, чтобы найти вашу карту, я возьму двух охотников. К примеру, это будет вот эта карта. К примеру, это будет вторая карта «Близнец». Вот эта. Держите пока что вот так вот. Сейчас смотрите, ребят, я буду вот так вот пролистывать, так вот, вы в любой меня момент остановите, просто скажите «стоп». Договорились? Давайте. Стоп, стоп. Стоп. Запоминаем карту. Запомнили? Да. Запомнили? Запомнили. Берем. Итак, теперь я познакомлю вас с этими охотниками. Охотники – это два туза. Туз пики и туз крести. Теперь смотрите, я буду так вот трясти, а ты щелкни пальчиком. Раз, давай. Еще. Оп. Смотрите, между тузов появилась карта. Посмотрите, какая. Ваша? Это же карта. Давайте. Обычная колода карт, видно? Да, да. Вот здесь я буду пролистывать, так ты меня просто остановишь, да? Стоп, говорил. Просто так. Скажите да, стоп. Да. Стоп. Здесь? Запомните карту только. Угу. Держи колоду. Смотри, я оторву уголок небольшой. Возьми карту. Посмотри внимательно. Рукавов у меня нету.
Уголок исчез. Смотрите, здесь у меня лежал телефон. Я к нему во время фокуса не прикасался, но под крышкой оказался уголок. Смотри, подходит. Это как это так? Да, да, как это у вас получилось? Это магия. Все, спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо. Охотник номер один и охотник номер два невеста. Ребят, смотрите, я буду так колоду пролистывать. Вы меня в любой момент останавливаете, просто говорите стоп. Все, это ваша задача. Давайте. Стоп. Стоп. Вспоминаем. 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 Теперь давайте я познакомлю вас с вашими охотниками. Это самые обычные карты. Вкус пики, вкус крест. Сейчас я начну их вот так вот трясти. Вы одновременно просто щелкаете пальцами. Окей? Давайте. Между ними оказывается карта. Смотрим, какая. Все, спасибо большое. Смотри, я покажу, что карта обычная. Смотри, я буду пролистывать, ты меня просто останавливаешь. Понимаешь? Стоп. Здесь. Так, вот так. Угу. Смотри, у нас. Смотри. Здесь у меня лежала коробочка. Смотри, подходит. Покажу один фокус, он направлен на нашу, на вашу внимательность. И смотрите, у меня есть карта пиковый туз. Я буду его постоянно вот так вот перемещать. Ваша задача постоянно за ним следить. То есть, если вы угадываете, где туз, значит вы побеждаете. Не угадываете, значит побеждаю я. Давайте. Начнем с одной карты. Перемещается. И где же наш туз? Какая здесь карта? Ну точно не туз. Ну как же не туз? Ну туз же что? Ладно, давайте я вам сейчас немножечко усложню эксперимент. Добавлю четверку, да? То есть четверка и туз. Туз и четверка. Четверка и туз. Туз и четверка. Ваша задача опять же следить за тузом. Где туз? Здесь. Да. Может быть, вот здесь? Не, не, вот точно здесь? Молодцы, вы снова победили. Хорошо. Сейчас как быстро начнем. Сейчас мы снова усложним вам задачу. То есть, смотрите, у меня есть туз. Синяя рубашка. Точно такая же рубашка у четверки. Поэтому, смотрите, не ошибитесь. Протяните ладошку. Где туз? Вот это. Здесь туз? Да. Нет. Здесь четверка. Туз здесь. Как? Хорошо. Протяните ладошечку еще раз. Так, Олесь, смотри. Я сейчас буду вот так вот колоду пролистывать. Ага. Ты в любой момент меня просто останавливаешь, говоришь стоп. Хорошо. Окей? Давай, поехали. Стоп. Стоп. Запомни карту. Угу. Запомнила? Кирилл. Напомню. Блин, это Джокер вам попался. Но он всегда все портит, сволочь. Ладно, давайте, поехали. Стоп. Стоп. Плохо ветер на месте. Ага. Итак, я сейчас на вашу лавочку буду выкладывать по одной карте. Это я видела. Не-не-не. Кирилл, не видно. Может, не видно. Буду укладывать плакут по одной карте. Ваша задача постоянно думать об этой карте. Как только вы будете, как только она будет рядышком, я почувствую тепло от этой карты, и она будет следующей. Так, поехали. Думаем о вашей карте. Ваша задача просто думать о карте. Больше ничего не делать. Ребят, единственное только, что будет, если порыв ветра, придержитесь, пожалуйста, все это дело. Вот. Что-то тепленькое здесь вот есть. Вот следующая карта, которую я переворачиваю, это ваша. Нет. Нет. Она уже была. Не может такого. Она уже была. Да.
Не может такого быть. Да серьезно, вот это надо. Подождите, подождите. Следующая карта, которая переворачивает, ваша. А вдруг там еще одна такая? Нет. У меня карты все одинаковые. Поспорим. Я просто этот фокус показывал 1000 раз в жизни. Не могу ошибиться, правда. Серьезно, да? Ну, Кирилл, давай с тобой. Следующая карта, которую я переворачиваю, это ваша карта. Нет, да? Ну какую же карту мне перевернуть, ребята? Думаю, я возьму и переверну эту карту. Я поняла. Хорошо, что не стали спорить на деньги. Смотрите, у меня обычная колода карт есть. Подлох, все. Я буду пролистывать. Ты просто остановишь меня, давай. Хорошо, стоп. Здесь? Ага. Запоминаем карту. Ага. Запомнил? Возьми колоду. Я оторву небольшой уголок. Она появится потом? Смотри. В руках у меня... рукавов у меня нету, смотри. Уголок исчез. Здесь тоже ничего. Смотри, вот. Руки чистые. Где он? Самое интересное, что у меня в кармане здесь лежал телефон. Он сейчас там будет, да, под крышкой? Я медленно открываю, и под крышкой оказывается уголок. Посмотрите, подходит? Точно? Как? В чем прикол? Магия. Это отдельный? Смотрите, давай с тобой теперь. Я буду пролистывать, вот так ты меня остановишь просто. И твоя карта кажется между двух красных тузов. Прямо для... Стоп. На этой карте. Прям уверен. Можешь прыгнуть, если хочешь. Нет. Смотри, медленно переворачиваем. В центре соприкасается с двумя картами, да? Как я и говорил, это два туза. Смотри, это еще не все. Егор! Егор! Класса и маленькая. Твоя карта. И еще один туз. А чего сказал? Да. Твоя карта убираем в центр. Тузов я пока отложу. Допустим, здесь лежать. Все. Держи их, прям придерживай, смотри. Берем карту твою, вот так, и втираем сюда. Смотри, исчезает, смотри, берем. Берем, видно? Смотри, берем и помещаем ее сюда. Теперь... Посмотри, та карта. Ничего себе. Все, спасибо. Ой, ты можешь оставить себе на карту. Все, спасибо. Ну что ж, друзья, как вы видели, работать со зрителями, работать с незнакомыми людьми, это очень приятно и увлекательно. Почему? Да потому что вы дарите им позитивные эмоции. Когда вы дарите им позитивные эмоции, вы в ответ получаете точно такие же классные позитивные эмоции. Но должен заметить, что у многих людей нет такого свободного подхода к незнакомым людям. Кто-то стесняется, кто-то пугается чего-то. Можно называть это по-разному. Страх, комплекс, застенчивость, сложное убеждение. Так вот, если у вас есть такие же вещи, если вы узнали себя, то я предлагаю вам от них избавиться. Как? Очень просто. Приходите на легендарный тренинг «Спарта», который в скором времени состоится в Саратове, и просто уберите их. Ну что же, для тех, кто не в курсе, я оставлю ссылку на ролик о Спарте в описании к видео, и ссылку на регистрацию я также оставляю в описании к этому видео. Что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!